В столице Чувашии в минувшую субботу стартовал 5-й юбилейный региональный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в рамках ночной хоккейной лиги. В торжественной обстановке старт новому сезону НХЛ на льду Чебоксары-арена дал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Михаил Игнатьев выразил уверенность, что по итогам турнира чемпионы республики достойно представят Чувашию в финальном этапе. Специальным гостем регионального этапа стал легендарный вратарь сборной Советского Союза, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Владимир Мышкин. В стартовом матче нового сезона сошлись финалисты прошлого года – столичная «Энергия 20 век» и «Динамо». В жарком противостоянии победу вырвала «Энергия 20 век» 3-1. Напомним, в региональном отборочном этапе фестиваля в Чувашии примут участие 7 команд – «Энергия 20 век», «Динамо», «Локо Олимп», «Восток», «Армада», «Спартак» и «Пламя». Игры пройдут по круговой системе. Каждый сыграет с каждым по 2 матча. Затем команды будут сражаться в серии плей-офф. Соревнования продлятся до конца марта. Победитель регионального этапа отправится на финал ночной хоккейной лиги в Сочи весной будущего года.